жизни. Хлеб, приходящий с небес, который был манной. Люди ели и умерли. Но Иисус есть хлеб живой. И тот, кто вкушает его, никогда не умрет. Иисус, спасибо тебе за то, что ты хлеб живой с небес для нас. Спасибо тебе, что тело твое было ломимо за нас. Спасибо за то, что кровь твоя была пролита за нас и искупила нас от всякого греха, от всякой болезни, от всякого проклятия и даровала нам жизнь вечную. Благослови этот хлеб, благослови это вино, как тело твое и кровь твою, которую ты заповедовал нам вкушать, воспоминание о тебе. Мы сегодня причащаемся в тебе, и мы есть одно с тобой во имя Иисуса. Иисус пришел креститься к Иоанну Крестителю. И когда он крестился, и когда он молился, отверзлось небо. И Дух Святой сошел на него. В виде голубя. Небеса были отверстия, и Отец сказал: «Ты сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение». Либо сегодня мое сердце радуется, что над тобой открыты небеса. Иисус Христос является Господом твоей жизни. И сегодня Отец, из Его сердца течет любовь к тебе, Его благоволение на тебе. Сегодня Отец говорит тебе: «Ты дочь моя возлюбленная, на тебе мое благоволение, и Дух Святой почивает на тебе». Так, либо веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? Веришь ли ты, что Он умер и воскрес за свои грехи на тебе и даровал тебе вечную жизнь? Да. Тогда я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Спасибо тебе, Иисус, за ее жизнь, за ее призвание, за ее предназначение. Благодарю тебя, Дух Святой. Отныне навсегда почивай на всей жизни во имя Иисуса Христа. Точно, я же сегодня же полностью посвящена Богу.